В полночь вступил в силу запрет на все виды агитации перед единым днем голосования. В 83 регионах, где завтра пройдут выборы разных уровней, кандидатам сегодня нельзя проводить массовые мероприятия и обращаться через СМИ к избирателям. У тех есть возможность спокойно обдумать решение, кому отдать свой голос. В воскресенье, 13 сентября, участки откроются в 8 утра по местному времени и закроются в 8 вечера. В 21 субъекте федерации будут выбирать губернаторов, в 11 депутатов региональных парламентов, но основная масса избирательных кампаний приходится на муниципальный уровень. В этом году представлено большое число политических сил, так что конкуренция высокая. Всего по данным ЦИК выборы охватят в нашей стране 59 миллионов человек, имеющих право голоса.